Я также, друзья, благодарю Бога, что Бог удостоил также меня пройти этот реинкаунтер. Я проходил 2 энкаунтера. Я посвятил себя Господу. Но вчерашний день, вы знаете, иногда бывает, что мы думаем, что уже enough, достаточно для нас, да? Но что интересно, что человек, как вчера тоже было сказано, что человек, когда ходит по земле, и первые ученики, апостолы, когда ходили, это они почти босиком ходили или в сандалиях, да? И надо было омывать ноги, как написано, что омытому нужно только ноги омыть, Христос сказал. И именно реинкаунтер – это как бы обновление твое. Ты уже очищен, омыт, но как ни есть, мы ходим немножко там, что-то сделали неправильно, что-то сказали. И именно реинкаунтер, он восстанавливает, потому называется реинкаунтер. Инкаунтер тебя освобождает, инкаунтер тебя приготовляет, а реинкаунтер тебя очищает и дает больше ведения, чтобы ты двигался дальше. И я также благодарю всю команду, благодарю пастыря, благодарю всех служителей, которые служили там, на этом реинкаунтере, поваров всех. Да благословит всех Господь и всех также на этом месте, да благословит Господь. И что я хочу сказать, что если вы слышите это или кто-то слышит об этом, то не пропустите этого момента, потому что это не просто так свидетельствуется для того, чтобы сказано было на ветер, но это для того, чтобы человек взял для себя и стал действовать по тем действиям, которые люди действуют для спасения рода человеческого. И наша цель – спасти всю нацию. Аминь. Спасибо большое. Спасибо большое.